Всем привет! Я не просто так оделся Дед Морозом, потому что у нас новогодний выпуск. Флешмоб из автомобилей. Будем строить елочку. Правда, с пятого раза. Лёх, короче, смотри. Вон туда. Ну вот, параллельно. Вот, кстати. Вот, и два у тебя вот подходят. Кофта, куртка, капуста. Короче, блин, минус 25, мы записываем превью. Это, ну, а что ты хочешь? Сегодня мороз, кстати, очень сильный. В общем, ребят, с первого раза у нас нифига не получилось. Собралось очень мало машин. С коптером тоже были проблемы. Но все-таки попытка была. Всем спасибо за организацию. Тут. Постой, паровоз. Не стучите колеса. Ну а сегодня, я так думаю, в такой, конечно, мороз минус 25, я думаю, много кто не заведется. Если кто-то не заведется, пишите, поможем завестись и попробуем построить елку еще раз. А? Бегу уже, волосы назад. На старте, Колян на старте, ребята подъезжают еще без 20, но уже нормально собирается, да, движуха? Сейчас, ребят, они сейчас подъедут. Три елочка,
это все. А сейчас хочу поблагодарить каждого, кто принял в нашем флешмобе участие. И особенно автошколу «Престиж» за предоставленную такую замечательную площадку. Ну а также хочу поблагодарить второго организатора нашего флешмоба Серегу Клинского. Канал «Клинский коп», ссылка в описании. Это наш первый, но не последний флешмоб. В дальнейшем мы планируем еще организовывать такого рода мероприятия. Ну а для тех, кто хочет к нам присоединиться, для этого создана группа WhatsApp. Ссылка будет в описании. А на этой ноте я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всем пока.